Девочки, покажу, как делать такой бантик. Он очень прост в изготовлении. Здесь лента шириной 4 сантиметра. Мы будем использовать 2,5 сантиметра. У меня он будет здесь однотонный, у меня будет разноцветный. Значит, берем на одну половинку бантика. У нас идет, значит, 3 отрезка ленты по 8 сантиметров. И также на другую половинку тоже будет идти 3 отрезка ленты по 8 сантиметров. Значит, давайте складываем. Обратим внимание на то, что складываются они все в одном направлении, что здесь, поэтому, когда будете одну половинку сделать, вторую, когда будете делать, не перепутайте. Приступим. Берем отрезок ленты светлого цвета и складываем таким вот образом. Получается такой вот у нас уголок. Так. Закрепляем. Затем берем отрезок темной ленты, тоже таким же образом складываем. И затем светлый уголок вкладываем в темный, как в кармашек. Но не до конца. Чуть-чуть оставляем кончик. Вот здесь должно быть 3 сантиметра. Так, и закрепляем иголочкой. Вот у нас получился половинка такая. Так, из другой половинки темной ленты мы тоже также складываем уголок. Также закрепляем. Так. Я сделала вторую половинку из розового цвета. Видите, эти идут в одном направлении, эти в другом направлении, но все смотрят вверх. Ну или наоборот вниз, как вам будет удобно. Так, теперь мы сшиваем эту половинку и эту половинку. Уголки таким же образом, как и основной бантик. Смотрим только, чтобы наши уголки смотрели в одном направлении. Вот у нас две половинки бантика, соединяем. Вот мы склеили две половинки нашего бантика. Теперь делаем серединку нашего бантика. Берем ленту вот такого светло-зеленого цвета и делаем просто обычный узелок. Таким вот образом. Сильно не затягивайте. Вот эти вот в эту сторону будут смотреть, это будет в эту сторону смотреть. Вот у нас получился наш узелок. Так, эти две половинки мы можем сложить в эту сторону, это в эту сторону. Приклеиваем наш шишечку, узелочек, кто как называет. Приклеили нашу шишечку и приклеиваем теперь кончик. Наносим немножко клея на этот кончик, здесь немножечко. Так, и теперь с этим кончиком. Давайте посмотрим, чтобы нам отрезать с вами, да? То есть где-то вот тут отрезаем.